Всем привет, ребята! С вами распаковочка упаковочки. Хочу поделиться радостью. Ко мне пришел вот такой вот приз от издательства Аркадия. У меня осталось совершенно чуть-чуть времени, чтобы показать вам это, потому что сегодня записывал длинный ролик, и памяти может не хватить, но я очень-очень надеюсь, что все-таки хватит. Спасибо вам большое заранее, говорю издательству Аркадия. Они выполнили все без всяких напоминаний, и я уже даже забыла. И вот прислали конверт. Я очень рада. Спасибо вам большое. Жаль, конвертик немножко порвался, но ничего страшного. Смотрите, что здесь. Я пока еще не поняла, открою вместе с вами. Ребята, это вообще восхитительные открытки. Вау! Я в шоке. Вы посмотрите, сколько их тут. Спасибо большое. Лиза Си, Эллен Мари Вайсман, Надя Хашими, или Хашими, не знаю, наверное, Хашими. Лиза Си, пионовая беседка Лиза Си, Джумпа Лахири, Лесли Вульф. Вау, вот это вообще просто классно. Что еще тут? Кейт Фернивал, однажды в Соренто, и Рэйчел Хэн, я так понимаю. Вау, как интимно, как красиво, мне очень нравится. А, общество самоубийц. Ну, вообще, и название супер. Я поняла, мне понравились все вот такие вот с глянцевым обрамлением, поэтому они сразу приковали свой взгляд. Ну и дизайн у них, конечно, классный. Ребят, я в шоке. Большое вам спасибо. Это просто замечательные открытки. У меня таких никогда не было. Это просто нечто. Одно заглядение. Буду и дальше участвовать в ваших конкурсах. Мне понравилось. Поэтому благодарю вас от всей души. Вау, голубые розы, посмотрите. Анита Амерезвани. Наверное, это... Как же называется страна? Тбилиси, наверное. Мне почему-то, вот, знаете, такое вот навеяло. Ну, Тбилиси — это, наверное, город, да? А страна — это... Забыла. Забыла, мне стыдно признаться, я забыла, какая это страна. Вот, Лиза Си, хотела почитать, кстати, ее книжечку. По-моему, там, я так предполагаю, она не одна.